Всем привет, мастерская салон компании, я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас в ролике первый нож, часть вторая из стая, поединок. На нем позже. Ролик снимаю больше не для того, чтобы продать нож, а для того, чтобы так информацию сказать. Тут вчера вечером везде по телевизору, в интернете говорили, что снижается скорость у Ютуба, и я так понимаю, что скоро Ютуб не будет загружаться, поэтому возможно, это если не последний, то один из последних моих роликов на Ютубе. Так что если кому интересно наша продукция, в дальнейшем смотреть наши ролики и продукцию смотреть, нашу просьбу всех подписаться, кому интересно, подписывайтесь на Телеграм и ВКонтакте. Ссылки и на Телеграм, и ВКонтакте у нас есть под этим, в описании под этим роликом. Вот. Свою деятельность будем, значит, вести в основном там. Пока в основном было в Ютубе, но раз Ютуба не будет, что делать? Будем в Телеграме, ВКонтакте больше присутствовать, чем это было ранее. Ну а теперь по ножу. Это первый нож из серии «Стая», часть вторая, поединок. Так, снимем кожный подвес. Такие у нас волчары здесь. Ну, все вы уже фактически видели. Вот этих вот волков, может быть, не очень видели. Вот так вот лучше, наверное, смотрится. Сталь Кромакс, полированное зеркало. Длина клинка 154 миллиметра, ширина, ну вот здесь вот 27 миллиметров, наверное, 28 миллиметров максимальная. Толщина клинка 4 миллиметра и длина рукояти 140 миллиметров. Ну вот такой вот нож у нас сегодня. Это первый нож стая, который появился в наличии. И я прошу просчитать, это вообще второй нож. Первый был изготовлен по заказу, а это второй нож, первый нож, который появился в наличии. И на нем мы сделали отметку 001, номер 001. С ножом идут еще кожаные ножны. Я, конечно, планировал этот нож сегодня показать с формованными ножнами, но их купили. Так что без формованных ножен, с такими стандартными ножнами, этот нож идет. Соберем обратно все. Вот. Его стоимость по прайсу у нас 40 500 рублей. 40 500 рублей. Но сегодня уже у нас акция. Интересная акция. Честно, интересная акция. Я даже такого не ожидал. Вот. Что за акция, посмотрите в предыдущем ролике, кто не видел. Но она идет один день, так что если вы смотрите на следующий день, то акции уже нет. И поэтому давайте этот нож тоже включим в эту акцию. Его на сайте нет, этого ножа. Так что 40 500 рублей он по прайсу стоит. И у нас акция же
ваша цена, предложенная вами цена. Вот предлагайте мне, лично мне, 8 920 294 0018 на WhatsApp предложение по вашей цене этого ножа. Я сразу отвечать не буду, я отвечу поздно вечером. То есть я сравню все предложения. Ну, конечно же, выберу самые хорошие предложения. Ну, если вообще какое-то выберу. Соглашусь. Вот. Самые хорошие предложения, скажем так, выберу. Ну, отвечу в любом случае все равно всем. Так что вот этот нож по прайсовой цене 40 500 рублей. Жду ваших предложений по цене этого ножа номер 001. Ну и пока все. Уже не знаю, будет в понедельник загружаться, не будет YouTube. Ну, раз такая пошла такая пьянка, значит, точно YouTube у нас не будет. Так что, кому интересно, еще раз повторюсь, переходите в Instagram или ВКонтакте. Будем там представлять свою продукцию. Всем здоровья, всем отличных выходных. Мирного неба над головой, хорошей погоды. Короче, всего-всего-всего самого хорошего. До новых встреч.